Она приехала? Еще нет, Ваше Величество. Значит, опаздывает. Почему же ее так долго нет? Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту. Но сможет ли Диана продолжить эту игру? Я люблю красивые вещи, но простые, обычные, главное, настоящие. Сюжет основан на фактах жизни Дианы Спенсер, трагически погибшей в 97 году. Но фильм посвящен взаимоотношениям принцессы с мужем, в то время как смерть остается за кадром. Принцессу Диану играет Кристин Стюарт. Критики говорят, она сделала это бесподобно. Возможно, вы не поверите, но волшебство живет повсюду вокруг нас. Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что наутро обнаружит в своей маленькой квартирке огромного трехметрового пса. Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю. Клиффорд научит их, а заодно и весь мир, любить по-крупному. Может, нам его спрятать куда-нибудь? Мы же в Нью-Йорке, никто его не заметит. Какой он... крупненький. Встай-ка на весы, дружок. Напишу-ка я просто тяжелый. Фильм снят по одноименной книге. Имя собаки автор дал в честь воображаемого друга детства своей жены. Изначально он хотел назвать собаку Крошкой, но супруга убедила его, что имя Клиффорд подходит гораздо больше. Ты скажи, тебе-то зачем надо, а? Звезды подсказали. ТикТок, Инстаграм. Мы с тобой будем покорять интернет. Слушай, можешь выкинуть? Хорошо? Пока! Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты побывать на фестивале КВН в Сочи. А когда спустя 25 лет жена и дочь стали называть папу скучным, Гена понял, самое время наполнить жизнь безумными приключениями. Алло, ты там что, поплыла, что ли? Не забывай, мы чувака на деньги разводим. Мудрый комик из Челябинска. А почему прощание с любимой страной? Геннадий, примите наши соболезнования. Роль спутницы главного героя исполнила Агата Муцениеце. Прежде зрители могли видеть актрису в фильме «Тобол», сериалах «Гражданская оборона», «Чума» и десятках других отечественных проектов. Для экранного образа в «Честном разводе» ей пришлось нарастить волосы и перекрасить их в другой цвет.